Бедный Спарки просто живет в ненависти. Максим, хочешь, отправлю бандеролью? Если бы мне было где его держать. Стики мне принеси. Да господи, ты можешь принести стиками. Где взять? Сумки у меня там где-то. Вот тоже изобрели эту херню, эти айкосы. Они, может, лучше бы курили сигареты, все как минимум. Отнеси то пепельницу. Еще в квартире будешь курить мне пепельницу. Угу. Тогда я поселюсь на балконе. Или в шкафу. Поселяйся. А какая разница, если ты кальян куришь? Типа, ты чего боишься? Разница какая? Ну... Не, типа, сигарет провоняет. Кальянный дым очень... Ну, типа, это запах, да, но в целом... В целом запах. Пусть тебя от этого не станет. Да, это... Против нас, кстати, жизнь. Ну, как обычно, Люма. Не успел посмотреть, кто там. Альтабулся. Так, говно, 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 говно. Ой, говно, говно. Чё-то я не то купил, что хотел, ну ладно. Ботинки не взял, еще буду ходить еле-еле. Я тоже не беру вначале. Кстати, скин прикольный на него этот, мне нравится. И когда он телепортируется назад, прикольно. Стоит в наших кустах. О да, я там надамажил своей бомбочкой. Я тоже нормально надамажила. Блин, мимо. Блин, не в ту сторону, они успели отойти. Если Карпус умеет играть от суицида, то нам конец. Вот тут стоит прям. Да. У меня опять маны нет. Давайте на нас его перекинуло. Вообще маны не хватило, блин. Ману не поправить. Mm-mm. Блин, я почти Сону убил. Ты же почти попал в нее. Давайте заберем лечилку. У нас трэш пока никакущий, вообще ни разу не выцелил никого. Он чуть сам под мышку не вниз стреляет. Вот сейчас чего не хватает, такой шанс был вытянуть его. Да. Прям тупо перед ним стоял. О, Лёш, красава, ману дал. Ты мне? Вообще всем дал. А-а-а.
Понятно.